Студия «Диафильм» представляет. По заказу Министерства просвещения РСФСР. Культура России в первой половине XIX века. Диафильм по истории СССР для девятого класса. В первой половине XIX века развивавшиеся в России капиталистические отношения вступили в острое противоречие со всей системой феодально-крепостнического строя. Процесс разложения старого и зарождения нового нашел отражение в мировоззрении людей того времени. Из среды прогрессивной части дворянства, демократических разночинцев и крестьянства вышли крупнейшие деятели науки, техники, литературы и искусства, выразители надежд и чаяний народа. С развитием техники – возросла потребность в знающих, грамотных людях, и царское правительство было вынуждено увеличить число высших и средних учебных заведений. В 1804 году открылся Казанский университет. А в 1819 году – Петербургский. Всего было создано пять новых университетов, в которых обучалось половиной тысячи студентов. Основная же масса населения России оставалась вообще неграмотной. На изображении. Петербургский университет. Казанский университет дал блестящую плеяду ученых и изобретателей. В его стенах выдающийся математик Николай Иванович Лобачевский создал новую, неевклидовую геометрию, намного опередившую науку своего времени. Но теория ученого не встретила признания в тот период. Профессор того же университета, химик-органик Николай Николаевич Зинин, снискал мировую славу, открыв в 1842 году способ получения анилина. Реакция Зинина легла в основу развития анилинокрасочной промышленности в ряде стран. В России же выпуск своих красителей так и не был налажен. Русские ученые выступили смелыми новаторами в области электротехники. Первый русский электротехник Василий Владимирович Петров в 1802 году открыл явление электрической дуги, которое послужило началом практического применения электричества. Своими опытами Петров доказал возможность использования электрической дуги не только для освещения, но и в процессе плавления металлов электросварка. На изображении телеграфный аппарат Павел Львович Шиллинг. С именем Павла Львовича Шиллинга связано создание первого в мире электромагнитного телеграфного аппарата. А замечательный русский физик и изобретатель Борис Семенович Якоби построил в 1834 году первый электродвигатель. В 1838 году судно с электродвигателем Якоби блестяще выдержало испытания на Неве, совершив плавание против течения. На изображении испытание электрохода Якоби. В Петербурге с 1841 года действовал пишущий телеграфный аппарат Якоби а в 1850 году ученый создал более совершенный буквопечатающий аппарат. На фото. Пишущий телеграфный аппарат Якоби. Якоби был и основателем гальванотехники. Его мастерская наряду с изделиями ювелирной тонкости выполняла такие работы, как золочение шпиля Адмиралтейства и купола Петропавловского собора. На фото. Барельеф Телемак из коллекции Якоби Гальва на пластике. Павел Петрович Аносов, создавший методы изучения структуры металлов, в 1833 году открыл тайну восточного булата и получил литую сталь для клинков, заслуживших мировую славу. Свои исследования и чертежи печей он опубликовал в книге о булатах. На изображении. Чертежи печей. А металлург Павел Матвеевич Обухов разработал способ массового производства литой стали для изготовления орудийных стволов и холодного оружия. На фото. Охотничий нож и сабли из обуховской стали. Интереснейшие открытия были сделаны и в других областях науки и техники. Впервые в России крепостные механики Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович Черепановы по собственным чертежам построили два паровоза и железную дорогу длиной в 4 километра. Однако это изобретение не получило в России широкого распространения. На изображении. Ефим Алексеевич Черепанов. Русскую медицину прославил талантливый врач-хирург и ученый Николай Иванович Пирогов. Он создал анатомический институт, разработал и успешно внедрил новые виды операций. Имя Пирогова неразрывно связано с героической обороной Севастополя 1854-1855 года. Здесь он впервые применил наркоз, гипсовую повязку и научил оказывать в боевой обстановке помощь раненым. На изображении. Пирогов в полевом лазарете. на изображениях. Иван Федорович Крузенштерн. Юрий Федорович Лисянский. Велики были достижения и в области географии. В 1803-1806 годах русские мореплаватели Иван Федорович Крузенштерн и Юрий Федорович Лисянский совершили кругосветное путешествие, после которого Крузенштерн составил атлас Тихого океана. Алисянский опубликовал интереснейшие материалы о быте и нравах многих племен и народностей. Особенно подробно он описал китайский город Кантон, где экспедиция пробыла два месяца. На изображениях. Михаил Петрович Лазарев. Фадей Фадеевич Белинсгаузен. В 1819-1821 годах была организована экспедиция Михаилом Петровичем Лазаревым и Фадеем Фадеевичем Беленсгаузеном. На шлюпах «Восток» и «Мирный» они отправились на поиски южного материка, Антарктиды. Шлюпы прошли 92 тысячи километров в неизведанных водах. Впервые было нарушено суровое безмолвие берегов таинственного материка, открыт ряд земель Антарктики. И первенство в этих открытиях принадлежит России. На обратном пути мореплаватели побывали на некоторых островах, расположенных в Тихом океане. Прием русских моряков на острове Атаити запечатлел участник экспедиции художник Михайлов. Особая роль в условиях царской России принадлежала литературе и искусству. Лучшие литературные произведения были проникнуты идеями свободолюбия и гуманизма. После общественного подъема в 1812 году тема освобождения народа от крепостного права, высокие гражданские мотивы зазвучали с особой силой. В это время создаются памятники, посвященные патриотизму русского народа, его героическим подвигам. На изображении. Триумфальная арка в Петербурге. Архитектор Баве. Барельеф битвы Бородинская, известного русского скульптора Федора Петровича Толстого. Успешно развивается политическая и бытовая карикатура. Эта карикатура французский вороний суп дала повод Ивану Андреевичу Крылову написать патриотическую басню «Ворона и курица». патриотизмом, освободительными идеями, протестом против деспотизма проникнуто вдохновенное творчество гениального русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В своих произведениях он горячо защищал права человека на свободу, бичевал самодержавие и призывал к борьбе с крепостничеством. Беспощадно разоблачал тогдашнюю русскую действительность Николай Васильевич Гоголь. Языком гневной сатиры великий писатель вскрывал язвы и пороки самодержавно-крепостнического строя. На изображениях. Коробочка. Чичиков. В мертвых душах он обличал хищничество и стяжательство, высмеивал ограниченность и реакционные взгляды помещичьего класса. Смех Гоголи был страшен. Имена Чичикова, Манилова, Коробочки и других стали нарицательными. Протест против крепостничества сблизил революционеров-демократов, великого критика Виссариона Григорьевича Белинского и писателя-мыслителя Александра Герцена. Критические статьи Белинского сыграли огромную роль в развитии передовых идей. На них воспитывалось целое поколение молодежи на изображении. Белинский в Межевом институте. Царизм жестоко преследовал великого критика до конца его дней. На изображении. У больного Белинского. Значительным событием было открытие в Москве в 1824 году Малого театра. Этот театр – выражал свободолюбивые идеи передовой русской общественности. В его спектаклях многие годы играл выдающийся актер Михаил Семенович Щепкин, основоположник реализма на русской сцене. С 1831 года в Малом театре постоянно шла обличительная комедия Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». Вершиной творчества Щепкина Стала роль Фамусова на изображении Щепкин Фамусов в центре, вдохновенная, зовущая к борьбе за справедливость игра талантливого трагического актера Павла Степановича Мочалова в Малом театре находила горячий отклик среди его многочисленных почитателей. В 1836 году на сцене Александрийского театра в Петербурге впервые был поставлен ревизор Николая Васильевича Гоголя. Рисунок современника. Сцены из спектакля. Более смелую трактовку спектакль получил в Малом театре. Гоголевское «Обличение крепостнического строя» было близко многим актерам театра, которые сами в прошлом были крепостными. На изображении. Гоголь читает ревизора артистам Малого театра. за актерами Малого театра неотступно следила полиция. Ее тайный агент, журналист Булгарин, строчил клеветнические статейки на спектакле «Ревизор» и «Горе от ума». Карикатура художника Николая Александровича Степанова. Булгарин. Передовое реалистическое направление крепло и в русской музыке. Источником творчества выдающихся композиторов была народная музыка и песня. Народные музыкальные инструменты. Гармоника. Гусли. Лира. Пастушьи рожки. Велико было богатство и разнообразие танцевальных мелодий, созданных народами, населявшими Россию. На изображении. Литовский крестьянский танец. Тяготение к народному творчеству с особой силой Проявилась у великого русского композитора Михаила Ивановича Глинке, который говорил, что музыку создает народ, а композиторы ее только аранжируют. С его творчеством связано подлинное рождение Национальной классической музыкальной школы. Глинка мастерски использовал особенности народной музыки в опере Иван Сусанин и создал истинно-патриотическое произведение. В нем величаво зазвучала тема Родины, и впервые главным героем выступил народ. Эскиз декорации к Ивану Сусанину. 1836 год. На изображениях. Осип Афанасьевич Петров. Осип Афанасьевич Петров в роли Сусанина. Светская знать презрительно отнеслась к бессмертному творению композитора, но в демократических кругах оно нашло горячий отклик. Первый исполнитель партии Сусанина, Осип Афанасьевич Петров, создал глубоко жизненный, реалистический образ крестьянина-патриота, близкий и понятный народу. Богатством и яркостью мелодий отличалась вторая опера Глинки «Руслан и Людмила», в танцах которой заложены основы русского балета XIX века. Эскиз декораций к Руслану и Людмиле. Демократические черты и реализм в русской музыке закрепили также романсы композитора Александра Сергеевича Доргомышского и его опера «Русалка». Осип Афанасьевич Петров в роли Мельника «Русалка». Выдающиеся зодчие первой половины XIX века создали великолепные памятники архитектуры в стиле русского классицизма. К ним относятся Казанский собор в Петербурге архитектора Андрея Никифоровича Воронихина. Здание Адмиралтейства архитектора Андрея Дмитриевича Захарова. Башня Адмиралтейства, увенчанная Шпилем, символизировала мощь русского флота и стала эмблемой Петербурга. Мастером городских ансамблей был архитектор Карл Росси. Его здание главного штаба с аркой, прославлявшей победы России, было достойным украшением Дворцовой площади. На изображении. Арка главного штаба. Тяготение к жизненной правде усиливалось и в русской живописи. В картине «Последний день Помпеи» художник Карл Павлович Брюлов впервые показал не отдельных героев, а группы людей. Вместо мифологических и религиозных сюжетов Алексей Гаврилович, венецианов, обратился к изображению сельского быта, крестьян и крестьянок. Картина. Девушка с туиском. С любовью рисуя народные типы, венецианов идиллически изображает взаимоотношения помещика с крестьянами. Картина. Утро помещицы. Образ простого человека занял прочное место в творчестве художника Василия Андреевича Тропинина «Выходцы из крепостных». Картина. Кружевница. Значительный вклад внес художник в развитие портретного жанра «Портрет сына». Гоголевское сатирическое изображение крепостнической России дал в своих картинах художник, разночинец Павел Андреевич Федотов. Чванство, спесь, барское презрение к простому люду, корысть подверглись его беспощадному суду. Картина. Свежий кавалер. Сватовство майора. Одним из первых обратился к показу сцен народного труда и быта художник Лавр Кузьмич Плахов. Картина. В кузнице. Русская культура оказала огромное влияние на культурное развитие других народов России. Теснейшие связи с передовыми русскими деятелями были у украинского поэта, революционера-демократа Тараса Григорьевича Шевченко. Произведение великих русских писателей Грибоедова Пушкина, Лермонтова, их пребывание на Кавказе и общение с местными писателями благотворно сказались на развитии грузинской литературы. Тифлис стал центром формирования свободолюбивых взглядов в Закавказье. На изображении. Вид Тифлиса. Несмотря на тормозящее влияние крепостнической системы, первая половина XIX века характеризуется большими достижениями в различных областях культуры, утверждением прогрессивных взглядов и ростом борьбы с феодально-крепостнической идеологией. Передовыми деятелями науки и культуры были заложены основы дальнейшего бурного расцвета русской демократической культуры во второй половине XIX века. Конец. Автор Ясман. Консультант, профессор, Дмитриев. Художник-оформитель, Соловков. Редактор, Книжникова. Студия «Диафильм», 1963 год. Озвучено платным голосовым движком «Алена» для канала «Маркс был прав».